За минувшую неделю с 13 по 20 сентября на дорогах Нефтекамска произошло 264 административных правонарушения. Среди них 24 водителя с чрезмерной тонировкой авто, трое отказались от медицинского освидетельствования и шестеро перевозили детей без специальных устройств. В ходе профилактических мероприятий с сотрудниками ГИБДД по городу Нефтекамску выявлено 4 водителя, севших за руль в состоянии опьянения. Кроме того, в одном случае водитель управлял автомобилем, будучи лишенных водительских прав, не имеющим права управления транспортным средством в двух случаях. Кроме того, инспекторы ГИБДД зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них есть погибший. 18 сентября текущего года в 9 часу вечера в городе Нефтекамске на улице Магистральной столкнулись автомобиль марки Toyota Camry и попутный Renault Duster, после чего Toyota въехала в здание автомойки. В результате аварии из автомобиля марки Toyota скончался 39-летний мужчина. Еще один пассажир 43 лет этого же авто доставлен в больницу. Начато разбирательство. Госавтоинспекторы обращаются ко всем жителям и гостям города, ко всем участникам дорожного движения и просит их быть предельно внимательными на дорогах. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Пешеходы, прежде чем перейти дорогу, даже по зебре, убедитесь, что вас пропускают. Ваша безопасность в ваших руках. Зульфия Амирова, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей».